Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO Vaydex. Vaydex в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время подумать о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Vaydex с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Также на главной страничке нам сразу рекомендуют попробовать бета-версию Vaydex. Также мы можем ознакомиться с преимуществами данного ICO. Это децентрализованная система. Все активы и торговая логика хранятся в блочной цепочке. Также это низкие комиссионные, что немаловажно. Также это бонус реферальной системы. Пригласите друга, и 20% от его биржевой комиссии будет отправлен вам в кошелек. Также это высокая доступность. Vaydex работает 24/7, 365 дней в году. Нету простоев. Открытый API, профессиональная поддержка. Также у Vaydex есть новаторство. Это несколько заказов. Это означает, что вы можете установить заказ, чтобы выполнить столько транзакций, сколько необходимо, в то время как вы платите только за одну транзакцию. Это никогда не делалось ни на одной другой децентрализованном обмене. Это очень экономичная функция для всех пользователей. Относительно безопасности Vaydex. Нам предлагается полный контроль над всеми активами, открытые и прозрачные транзакции, регистрация без персональных данных, без вносов и депозитных лимитов, без перерывов работа, открытый код смарт-контрактов. Основные торговые активы, также можно с ними ознакомиться. И далее нам представлен раздел «Дорожная карта». Видим, что проект запущен в сентябре 2017 года. Можно отметить четко распланированный график. Развитие идет за планом, и каждую ступень дорожной карты команда отрабатывает четко в срок. Теперь нам дает возможность ознакомиться с командой и консультантами этого проекта. Можно сказать, что команда хорошая, внушает спокойствие, ведь на данном ICO работает действительно слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также нам предлагают присоединиться и стать подписчиками в одной из соцсетей, ну или вступить в группу в Telegram. Сделав выводы из приведенной информации, фактов, мы понимаем, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, который привлекает к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи уже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта Vaydex закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!